Перед нами ручной плиткорез Ruby TX1200N. Давайте посмотрим, почему же он такой дорогой. Сам производитель позиционирует свои плиткорезы серии TXN как профессиональные, предназначенные для интенсивной резки керамики и керамогранита. Кстати, делают их в Испании. Сразу ответим тем, кто предложит за эти деньги купить электрический плиткорезный станок. Станок с измеримой длиной реза стоит от 75 тысяч рублей, а это уже на 10 тысяч дороже. И это еще без учетов принадлежностей и расходников. Если вас это устраивает, в описании будут ссылки на каталог со станками и расходными материалами. Главные плюсы ручных рельсовых плиткорезов – это автономность и мобильность. По сути, они всегда готовы к работе. Итак, чем же хорош Ruby TX1200N? Среди ручных плиткорезов с длиной реза плитки до 1250 мм вы найдете немного профессиональных предложений. Ценник стартует от 35 тысяч рублей. Но у нашего сегодняшнего героя ценник 65. Давайте попытаемся понять, за что мы отдаем такие деньги. Главное преимущество – это прочность рамы, которую обеспечивает усиленные сдвоенные направляющие, вдобавок продублированные для большей жесткости. По ним плавно движется каретка. Разделитель тоже усиленный и имеет мощность 1000 кг. У конкурентов направляющая представляет собой монорельс, который уступает по жесткости сдвоенным направляющим, а режущий ролик находится непосредственно под направляющей. У Ruby режущий инструмент находится на каретке между направляющими, и в процессе реза ничто не затрудняет обзор. Еще одна особенность – быстрая замена режущих роликов, без использования специнструментов. К плюсу можно отнести и конструкцию основания. У Ruby основание имеет упор на специальных пружинах. У Ruby TX1200 есть большой удобный кейс для хранения и транспортировки, а это еще одно очевидное преимущество. В комплектацию входит профессиональная линейка для регулирования длины и ширины реза. Облегчает работу с плиткой настолько, что дополнительных измерительных инструментов практически не требуется. Подведем итог. Плиткорез Ruby TX1200N собран в Испании. Имеет супержесткий корпус, усиленные сдвоенные направляющие, усиленный разделитель, возможность быстрой замены режущего инструмента. Режет плитку внушительного размера. И у него в комплекте удобный кейс. А вы купили бы себе такой, если бы профессионально занимались плиткой? Напишите в комментариях.